молодость и весна. Они неразрывно связаны с ленинским субботником. Все новые и новые поколения подхватывают великий почин. Этот дом строится молодежью и для молодежи. Деньги на его строительство комсомольцы города заработали на субботниках. Скоро в Казанском доме молодежи новоселье. И на субботниках бывают перекуры. Здесь, на цоколе будущего многоэтажного дома, его начал сам бригадир Владимир Дунаев. К приезду нашего оператора сменное задание было уже выполнено. Но кратки минуты отдыха. Казань строится, растет вверх, тысячи семей получат в 10-й пятилетке новые квартиры. В этот день бригада Дунаева выполнила норму на 121%. Завод специальных источников